Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана тоже с камерой Nikon Z30. В прошлый мы раз распаковали ветрозащиту для микрофонов стерео, которая находится сверху. Ветрозащита выполняется в виде накладки на горячий башмак. И в данный момент слева вы видите камеру с этой ветрозащитой. В данном случае будем рассматривать для той же самой камеры, как вы уже поняли, на то, что стоит справа, а именно клетка. Но данную клетку мы распаковывали в тот момент, когда примеряли ее на камеру Nikon D5600. Правда, эта клетка была от камеры Panasonic GH34 предназначенная, но она как раз подошла для камеры Nikon D5600. Единственное, что не подошло, это не открывается отсек аккумулятора. Но всегда можно применить пустышку, и в этом случае открывать аккумуляторный отсек вам нет необходимости. Так что данная клетка, которая сейчас располагается справа, подошла где-то на 95% камеры Nikon D5600. Кстати, мы ее и примерим на Nikon Z30. Посмотрим, как так, как эта клетка будет сидеть на ней. В данном случае мы будем рассматривать уже клетку, предназначенную для камеры Nikon Z30, которая представлена у вас по центру перед глазами. Клетка, как вы уже поняли, смолриговская. И сейчас мы ее будем распаковывать. Пришла эта клетка достаточно быстро, потому что доставка была из Российской Федерации. Доставка была Казань-Экспресс. И видим отрицательный момент этой уже доставки о том, что она помяла данную упаковочку, что недопустимо службе доставки. Это наказуемо. Похожий пример Казань-Экспресс Почты России. Хотя пришли уже еще другие посылки, которые будем рассматривать позже. Там уже более-менее все нормально. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой. Выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри данной упаковки. Вот что из себя представляет упаковка. Стандартная их упаковочка. Номер камеры у нас, вернее, клетки 3858. Вот, разработано специально для Nikon Z30. Кстати, интересно, стоимость превышает клетку для полнокадровых камер, таких как Z5 Nikon 6-7, там, первой, второй генерации. Вот стандартная упаковочка такого плана. Открываем ее и смотрим, что находится внутри. Внутри у нас находится пупырка, ну, а в пупырке непосредственно находится сама клетка. Что из себя представляет клеточка? Стандартная клетка, металлическая, выполнена из алюминия. Здесь стандартные отверстия. Это 1/4 дюйма и 3/8. Чем вот эта центральная специально для верхней ручки с так называемым замком ARI. Закручивайте отверстие соответствующим винтом на 3/8 дюйма. Плюс еще есть выступы металлические, которые защелкиваются вот в эти отверстия. Есть стандартная, как говорил уже, 1/4 дюйма. С этой стороны есть еще такая же 3/8 с замком ARI. Здесь только 1/4 дюйма. Снизу 3 отверстия. Есть отвертка для того, чтобы откручивать, подкручивать, закручивать. И она примагничена. Ничего не выпадает, все держится надежно. Вот здесь вот есть даже отверстие, если в случае чего вы используете пустышку, чтобы отсюда ее вывести, эту пустышку. Значит, можно еще крепить и ручку, тоже с замком ARI. Есть холодный башмак, чтобы установить вспомогательное оборудование, там, микрофон, либо какой-то свет. Внизу у нас прорезиненные поверхности, для того, чтобы у вас камера встала. Дальше вот здесь вот есть механизм, который посмотрим, для чего он нужен. Так, и здесь вот есть тоже отверстие, либо для ремешка и тому подобное. Хотя и здесь он есть, то есть эти отверстия. По-разному закрепить можно, что тоже хорошо. Вот такая вот у нас клетка, которая разработана компанией SmallRig специально для Nikon Z30. Так, давайте сейчас первым делом проверим, как камера Nikon Z30 помещается в клетку, которая предназначена для камеры Panasonic GH3-4, которая на 95% подошла камере Nikon D5600. И вот как видим, здесь она, камера Nikon Z30,
занимает меньше места в связи с тем, что нету видоискателя, как камеры Nikon D5600 зеркальной. Все помещается. Открывается экран. Единственное. Ну, можно открыть при желании. Вот, и производить съемочный процесс. Поэтому, кому достаточно данная клетка, то может сделать выбор ее. Так, ну а теперь посмотрим. Ну, здесь такая же ситуация, а конкретно не открывается отсек, где находится аккумулятор. И еще один момент. Может быть, возможно вытащить провод у пустышки для того, чтобы применять пустышку с проводом и аккумулятором внешним, чтобы не лазить в этот аккумуляторный отсек. Чуть-чуть совсем не хватает. Можно, по идее, нет, нельзя. То есть чуть-чуть не хватает. А так, ну, достаточно все удобно. Вот такая вот клетка для Panasonic GH3-4. Может, ну, на 95% подходит и может использоваться с камерами Nikon D5600 и Nikon Z30. Если вам не нравится клетка Small Rig, в этом случае была взята клетка для Nikon D5600, потому что на рынке для данной камеры клеток не было. Пришлось выходить из положения путем взятия клетки от другой камеры. Подошло на 95%, за исключением только аккумуляторного отсека. То есть он не открывался из-за расположения аккумуляторов. Разное у этих камер. Ну а сейчас давайте примерим клетку Small Rig, которая разработана специально для камеры Nikon Z30, как она сядет и что можно в дальнейшем с ней сделать и применить. И вот, как видим, здесь камера прям ложится в миллиметры вовнутрь этой клетки. Есть также ключик, не выпадающий. Доступ к разъемам есть. Дальше экран можно открыть без проблем. Здесь прямо в паз заходит, так что все это удобно. Располагается ветрозащита спереди. Все отлично. Так, и давайте проверим отсек. Ну вот здесь вот выход есть как раз. Так, вроде не отрыкается, а вот для чего здесь нужен был этот рычажок. И теперь доступ и к аккумулятору без проблем достать. Пустышку можно расположить и достать карту памяти и поменять. Вот для чего здесь данный рычаг был. Вот такая клетка. Соответственно, здесь можно держать хват. Единственное, нужно посмотреть, как располагаться будут ручки. Не будут ли они мешать открытию экрана. Потому что ручки у них такие. Как вот у меня была ручка для... Тоже распаковка была на канале. Вспомогательная ручка для стабилизатора Ronin, чтобы подключать там, например, какое-то оборудование, в том числе и монитор. Вот такая вот клеточка, которая предназначена для камеры Nikon Z30. Я продемонстрировал вам клетку Small Rig, которая предназначена для камеры Nikon Z30 и предназначена для того, чтобы размещать вспомогательное оборудование, в том числе и ручки верхнюю, боковые, для того, чтобы удобно было производить съемочный процесс. Также данная клетка без проблем может применяться при замене аккумулятора, ну, либо при установке соответствующей пустышки для более продолжительных съемок. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил о клетке Small Rig, разработанной для камеры Nikon Z30. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.